Всем привет, мои дорогие подписчики! С вами профессор Филипп и учительница Терес. И сегодня мы поговорим о цифрах от 1 до 100 и о цветах радуги. Я думаю, что ничего сложного в этом нет. Кстати, я сам этого не знаю. Я буду учить также вместе с вами. И учительница Терес поможет нам в этом. Я думаю, начнем. Поехали! Поехали! 1. One. One. Два. Two. Two. Три. Three. Three. Четыре. Four. Four. Пять. Five. Five. Шесть. Six. Six. Семь. Seven. Seven. Восемь. Eight. Eight. Девять. Nine. Nine. Десять. Ten. Ten. 11. Eleven. Eleven. 12. Twelve. Twelve. 13. Thirteen. Thirteen. 14. Fourteen. Fourteen. 15. Fifteen. 15. Если ты хочешь также легко учить английский язык, то я рекомендую тебе данное приложение. Называется оно BrainScout. Я оставлю ссылочку на него в описании под видео. Там ничего сложного. Заходишь на сайт, регистрируешь свой email, и тебе приходит подробное описание о данном приложении. Рекомендую. Мне оно очень помогло. 16. 6. 16. 16. 17. 17. 17. 18. 18. 18. 19. 19. 19. 20. 20. 20. 21. 21. Окей, ну теперь у нас после 20 все понятно. Так же, как и после 30, 40, 50 и так далее. 20 это 20. 1 это 1. 21. Просто добавляем второе число. 22. Ничего сложного в этом нет. Так что переходим к 30-ке. 30. 30. 31. 31. 40. 40. 41. 41. 50. 50. 51. 51. 60. 60. 61. 61. 70. 70. 71. 71. 80. 80. 81. 80. 90. 90. 91. 91. 100. 100. 100. 1000. 1000. 1000. Если ты досмотрел это видео до конца и ты сейчас слушаешь, что я говорю, то обязательно напиши в комментарии, что ты думаешь о нашей работе, что бы ты хотел, чтобы мы добавили, о чем рассказали, как бы мы это все закрепили, что, может быть, как-то подробнее рассказывали. Нам важно ваше мнение, мы должны знать, над чем нам работать больше. И если ты не посмотрел прошлое видео, то они будут здесь. Mm-mm. Нет, они будут здесь. Если тебе понравилось видео, то обязательно не забудь поставить лайк и подписаться на наш канал.
Пока!